Всем здорово! Всех защитников Отечества с 23 февраля. Поздравляю, счастья, радости, желаю. Йоу-йоу, чтобы нормально все было. А мы начинаем новый выпуск. Идем поздравлять мужиков. Здорово! С 23-м. Служили? Было дело. Было дело. Леща получить не хотите? А что это? Леща хорошего, плотного. Нет, давно получали? А что ты хотел? Ну, леща могу дать. Да? Одному из вас, да. Хочешь? А ты сам не хочешь получить? Леща? Да. Нет, а ты хочешь? Да, вообще не берю желание. С 23 февраля. Да нет, спасибо. Держи. Попку подтирать, пригодится. Здорово. Леща кому из вас дать? По части леща. Леща дать нормального. Тебе или тебе дать леща? Что? Носочки все вонючие. Новые надеваешь и все, двигаешься. Спасибо. Давай. Кому леща из вас дать? Леща кому дать? Ну, леща. Да что? Ну, леща тебе дать? Тебе или тебе? Нет, спасибо, надо. Тебе дать леща? Нет. В смысле? Мужчина, здрасте, с 23 февраля. Дарю вам сыворотку для лица. Пригодится, думаю. Нормально там увлажнились и все такое. Красиво двигайтесь, давайте. Кому леща из вас дать? Странно предложение. Леща дать тебе? Нет. Стой. Служил? Нет. Леща, значит, дам тебе сейчас. За что? Хорошего, плотного леща не хочешь? Нет. С 23 февраля вас поздравляю. Для попки, так сказать, подтираться пригодится. Поздравляю. Давно леща получал? Давно. Давно? Еще хочешь? Не хочу. Что хочешь? Ну, хочешь леща или нет? Нет. А что не хочешь? Почему надо? Ну, леща нормального тебе дам. Не надо. Заряжу тебе леща нормального. Почему, говори? А почему не хочешь? Почему? А почему не хочешь? Потому что... Ну как не хочешь, дурак, почему? Ну ты леща нормального бы дал тебе одного и все. Доброго дня, с 23 февраля подарок вам. Возьмите. Крем для пяток, нормально, от трещин на пятках. Возьмите. Давайте я буду ему мазать. Вы ему мажьте, да, чтобы нормально был, красивый всегда был. Тебе или тебе дам леща, кому даем? Давай, давай леща. Тебе давать леща? Давай, леща. Вот прям хорошего такого, да? Хорошего? Надо. Да? Держи, братан, леща к пиву тебе. Давайте. Леща давно получал? Ну ты чё, Вась? Леща давно получал? Ты откуда это такое? Ты леща давно, говорю, получал? Хорошего, плотного. Не получал, хочешь получить? Охуяли, блин. Ну леща хочешь получить? Нет. Нормально? Нет? Чё, не хочешь лечь к пиву получить? Я не пью. Как хотите. Очень сильно вас поздравляю с 23 февраля и дарю вам рульку копченую. Спасибо. Все, нормально покушайте сегодня. Самое главное, чтобы стоял. Все, давайте. Я таким, как ты, лещей всегда давал. В армии служил? Вы давайте, что? Да? Я таким, как ты, всегда лещей давал. Давай отдыхай. Можно мужчину вашего поздравлю? Паштет, возьмите домашний. Все с праздником. Давайте. Каждый ебаться, доебись до другого. Братан, что ты леща к пиву не хочешь? Да ты? Не хочу, братан. Леща к пиву. Да не хочу. Здорово. Стой, подожди. Смотри, тебе прям в куртке. Держи. Серьезно? С 23-м, давай, спасибо, родной. Мужик. Давайте, пацаны. Да. С 23-м, все, давайте, пацаны. Самое главное, чтобы нормально девчонок делали, понятно, делайте их всю ночь. Конечно. Давайте. Ты не хочешь? Мужики. Так что, не хочешь леща все-таки? Ну, угощай, конечно, с пивом. Че бы нет. Леща к пиву, Надя. От души. Давайте. Не будешь? Хочешь, нет. Че, пиво не хочешь, что ли? Ёлка. Леща. Не хочу. Пиво, леща. Я говорю, не хочу. Да на, под... Не надо. Так пиво, пиво не пьешь? Надо. Да на подарок. Да я не хочу. Да говорю. На, говорю. Сейчас тогда леща реально пропишу. Друзья мои, не поскупитесь на лайк и написать какой-нибудь комментарий. Это очень важно для того, чтобы я двигался дальше и делал для вас самый крутой юмористический контент в Хабаровске и на Дальнем Востоке.